Аллея отцов появилась в Самарском парке Победы. 26 деревьев высадили депутаты городской думы вместе с активистами. За процессом наблюдала Елизавета Прокопенкова. Родить сына, посадить дерево. Депутаты Самарской городской думы и общественники посадили аллею отцов вместе со своими детьми в парке Победы. В этом они патриотизм учатся. В этом, от этого начинается любить родину, любить свою землю и свой город, где ты живешь. Появление аллеи приурочено ко Дню Отца. Праздник отмечают каждое третье воскресенье октября. Мы должны с вами показывать пример, пример своим детям, пример другим, семейные ценности, семейные традиции, которые есть у нас в России. Именно их мы сохраняем и в том числе показываем здесь примером. В России у нас они есть, уверен. И будут продолжаться веками. Парк украсили 26 саженцев, из них 10 каштаны, а остальные 16 – липы. На примере старших, сегодня вот дети, которые пришли вместе с нами, разных возрастов, от самых маленьких до постарше, я думаю, что впитают это в себя. И пройдет время, и они тоже так же будут в парках, скверах, у придомовых территориях продолжать озеленять. Новые деревья не только улучшат экологию города, но и будут напоминать о важности роли отца в воспитании детей. Елизавета Прокопенкова, Игорь Казановский. События.